уважаемые зрители, мы начинаем концерт юных композиторов, учащихся детских музыкальных школ и детских школ искусств города Москвы. Опять «Весна на белом свете». Наш концерт проходит в рамках фестиваля детского художественного творчества «Будущее без войны», посвященного 65-летию победы Великой Отечественной войне. Степан Игнатьев, 7 класс. Ноктюрн и рондо из сюиты для виолончели и фортепиано. Исполняют Федор Тишкевич, виолончели. Партия фортепиано, автор. Преподаватель Владимир Борисович Тарганин. Московская средняя специальная музыкальная школа, колледж имени Гнесина. Thank you.